президент этой страны. Конечно. Мне 42. Я ж не лох. Развели как котят. Не лох. Развели как котят. Какой-то лох. Перестань надоедать ему всеми этими вопросами. Они его утомляют. Что, поговорить нельзя? Прелестно. Вот видишь? И долго он это будет делать? Ночь. День. Ночь. День. Ночь. День. Господин Жаку, прошу вас, в конце концов, все это надоедает. День. Вы уверены, что ваш друг не хочет сесть за стол, как ты мог? Он не дворянин и не умеет достойно есть. Он будет счастлив сожрать наши объедки. Держи, мой преданный. Большое спасибо. Он давит картошку на ковре. Это ужасно. Ну хватит, идите к нам за стол. Это его смутило бы. Не правда ли, Жакуй? Ты ведь не хочешь сесть с нами за стол? О, нет, сеньор Юбер. У меня дома все едят за столом. Идите сюда, а то у меня пропадает аппетит. Повинуйся, недостойный. Твой хозяин тебе приказывает. Так, будь симпатичный.